Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у меня день рождения. С утра я проснулся, открыл свой ноутбук и увидел огромное количество поздравлений от вас, от моих знакомых, близких и совершенно незнакомых мне людей. От этого мне очень приятно. И сейчас я думаю, как же мне всем ответить? Ведь это физически невозможно. Я думал и придумал. И думаю, моя песня будет ответом на все ваши поздравления и пожелания. Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Как шпилем в ночной колокольне, беда ковыляет в груди. Не путай конец и кончины, рассветы, как прежде, трубя. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Скрипят под ногами ступени, вот прожил и все стало вам. Скрипят под ногами ступени, и годы висят за спиной. И куришь ты все беспокойно, и тень под глазами лежит. И зябкая, зябкая койка, и черная птица кружит. Спокойно, товарищ, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, чтоб жизни тебя возвратя. Уже приготовлены пули, что мимо тебя пролетят. Еще раз огромное спасибо вам за все ваши поздравления и пожелания. Мне очень-очень приятно. И добавлю ко всему. У меня в последнее время появилось хобби, и я стал делать видеоклипы на душевные песни, которые мне очень понравились и зацепили мою душу. И я открыл свой канал на Ютубе. И называется он «Все будет хорошо». ОК. Сокращенно Олег Ким. Так что приглашаю всех на мой канал. Подписывайтесь. Приглашайте друзей. И я буду в дальнейшем радовать вас своими новыми клипами. И по возможности постараюсь петь тоже под гитару. Всегда ваш Олег. Всего хорошего, все будет хорошо. Окей.